В прошлом ноябре в составе коллекции Pokemon, выпущенной японским производителем часов компании Seiko, были модели, выполненные в тематике Пикачу, Иви и Мьюту. В этом году Seiko снова выпускает ограниченную партию часов по мотивам покемонов второго поколения. Бульбазавр, Чармандер и Сквиртл. Каждые из этих кварцевых часов имеют корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло циферблата. На циферблате вместе отметки 3 часа находится окошко регулируемой даты, а в районе отметки 9 часов расположен символ соответствующего покемона. На двух дополнительных циферблатах изображены покемон первого поколения сверху и покемон второго поколения снизу. На задней крышке корпуса выгравированы покемоны с их описанием и порядковый номер часов в партии из 700 единиц. Часы упакованы в коробки, напоминающие мечи Pokeballs, и комплектуются мешочком из черной ткани с нанесенными на ней цветными рисунками. К дополнительным характеристикам часов относятся солнечные батареи и наличие функций секундомера и будильника. Эти часы начнут продаваться на японском сайте Seiko 5 августа в количестве 700 единиц.